Региональный форум «Мой бизнес. Бизнес у моря» объединил более 1200 предпринимателей. Первый вице-губернатор поприветствовала участников и подчеркнула, что малый и средний бизнес – важная часть социально-экономического развития Приморского края. Мы лидеры на Дальнем Востоке по количеству субъектов малого предпринимательства, по количеству людей, которые заняты в малом предпринимательстве. И мы гордимся, что мы лидеры в социальном предпринимательстве. Это действительно, это рабочие места, это собственная продукция, это продукция высокого качества, которую мы здесь выпускаем. И мы считаем, что здесь у нас, в Приморском крае, огромный потенциал. Важной частью форума стала выставка брендов, где представлена продукция приморских компаний. Здесь текстильные изделия, сладости, биологически активные добавки, гигиенические средства и многое другое. Зелень, больше 20 позиций у нас зелень, вся микрозелень. Многие даже не знают название, да, но зелень озонируется у нас, то есть можно открывать, тут же кушать. Тут перекус в машине, не надо мыть, самое главное, и для всех салатов. Вот зелень я такую покупаю, а вот эти я не видела. Они в таком виде, вот это Мы будем продавать их вот в таких боксах, возможно, боксы будут побольше. Вот эта норма в один день на человека будет храниться в морозилке, потому что этот сок спустя сутки теряет свои полезные свойства. Форум «Мой бизнес. Бизнес у моря» проводится в Приморье впервые. Организовали мероприятие «Центр «Мой бизнес» Приморского края» и региональное министерство экономического развития. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.